Такого щенка никто не хотел забирать из приюта, но потом о нем узнал глухой парень. В одном из приютов для животных, что находится в американском штате Мэн, жил маленький глухой лабрадор. У бедняжки выявился парвовирусный энтерит. Ветеринары смогли вылечить это серьезное заболевание, но в результате осложнений у щенка пропал слух и ухудшилось зрение. Песика с такими проблемами никто не хотел забирать из приюта. Волонтеры не отчаивались и продолжали искать хозяина этому милому лабрадору по кличке Эмерсон. Они постоянно публиковали в Фейсбуке сообщения и надеялись, что кто-то захочет взять себе особенного щеночка. Однажды объявление увидел Ник Эббот и сразу понял, что нашел своего четвероногого друга. Все дело в том, что парень родился глухим, и этот пес был послан ему судьбой. Когда Ник пришел в приют, то его подвели к группе гуляющих собак. Как только Эмерсон увидел незнакомца, то сразу подбежал к нему и стал вилять хвостом. Получается, что пес почувствовал в молодом человеке своего хозяина. Ник и лабрадор быстро сдружились и понимают друг друга без слов. Парень научил животного простым командам, используя язык жестов. Теперь пес наслаждается счастливым и собачьей жизнью, ведь Ник так его любит и заботится о нем. А Эмерсон, в свою очередь, радует хозяина и безмерно предан ему.